Вітаю всіх глядачів! Ви дивитеся ексклюзивне інтерв'ю від порталу «Геометрія». Моє ім'я Анастасія Ілащук. Елегантність – це більше, ніж просто легкість. Більше, ніж свобода від незручностей і меж. Елегантність – це натхненна точність, довершеність деталей і блиск. Сьогодні у нас в гостях жінка, яка створює елегантність. Відомий український дизайнер весільних та вечірніх суконь Наталія Таушер. Вітаю! Здравствуйте! Наталія, розкажіть, як з'явився нинішній бренд Наталія Таушер? Наверное, з дитинства. Бренд Натали Таушер родился с детства, но, так сказать, рождение его было таким просто. Маленькая девочка, которая там делала какие-то нелепые вещи, где-то там могла испортить маме платье, порезать какую-то штору, тюль. И из-за этого действительно родилась Наталья Таушер, потому что маленькие вот такие хейдмейд, да, они переросли в дальнейшем. Огромное спасибо это маме, это семье, которая увидела эти задатки и начали понемногу развивать. Но самое главное, наверное, рождение произошло от огромного желания женщину увидеть такой вот красивой, изящной. Причем, что изначально это не подразумевалось вообще свадебное вечернее платье. Нет, ни в коем случае. Это было направление, наверное, такого вечернего casual, которое хотелось просто творить, одевать, шикарные там, допустим, ткани, когда это все начиналось, не были так доступны, как сейчас. Мы живем в индустрию развития легкой промышленности очень серьезно. И сейчас то, что мы видим, это не просто ткани, это и где-то творческие такие вот познания того, что вот с чего ты можешь черпать идеи, еще. А тогда это было просто изюминка, наверное, одеваться не так, как все. Прежде всего, саму себя. Вот где-то так начиналась Наталья Таушер. С самых маленьких, наверное, такой, что я помню момент, ну, это где-то в лет 5, когда я первый раз получила за свой такой маленький детский хейдмейд. Да, это было вырезано, красивая штора порезана на фату. Тогда, кстати, задатки были на свадебные платья, но почему-то, когда с возрастом вот обучившись, я почему-то понимала, что это не мое. Хотя, знаете, пути Господни неисповедимы. Мы видим, кто я сейчас, чем я занимаюсь, и это утверждает то, что каждый человечек, наверное, мама, папа, бабушка, не знаю кто, он должен увидеть в своем ребеночке, в своей внучке вот это вот изюминку и направление, и тогда вы будете достигать всего, потому что в любом случае сейчас, глядя на этот весь момент, я благодарна в первую очередь это только своим близким, которые увидели и правильно дали направление. Вот с такого началась Наталья Таушер. Кожна ваша сукня – це витвір мистецтва. Де ви черпаєте натхнення? Ну, Настенька, смотрите, так как я вам и сказала, если брать сейчас момент развития 21 века, можно даже вдохновиться красивым принтом ткани. Но это такой самый маленький момент. Я очень люблю путешествовать. У меня, к сожалению, очень мало на это есть времени, но, тем не менее, даже день-два, проведенный в каких-то красивых... Для меня вот обычно это красивые парки, это красивая природа, это... Морская тематика очень сильно. Ну и самое главное – это женщина. При виде красивой женщины, идеальной фигуры, даже если не очень идеальной, но ты стараешься одеть не просто манекен, да, а ты стараешься подчеркнуть, вот, увидеть не платье на женщине, понимаете, то есть, а подчеркнуть душу, истинные направления самой девочки, самой женщины, девушки. Это либо ты делаешь свадебное платье, либо вечернее. У каждого из нас есть какие-то моменты, что да, мы можем следить полностью за модой, полностью, но есть то, что окей, нам надо одеть, но мы не хотим это одевать, мы не хотим
как вам сказать, поддаваться всему. Ведь мода — это все забытое старое. И никто не говорит, что если я не одену сегодня какие-то модные трендовые вещи, все, я не буду актуальна. Нет, самое главное, я считаю, подчеркивать себя и чувствовать себя комфортно в той или иной вещи. То лишь, либо это просто обыкновенный спортивный костюм, либо это вечерний наряд. И для меня важно подчеркивать, наверное, индивидуальность каждого человечка. Наверное, благодаря этому мы добиваемся успехов, и наше развитие так идет очень шумно вперед. Но есть, конечно, огромное желание еще более развиваться, но за вот этим вот развитием еще большего стоит вот этот момент, когда за одним платьем уже более закреплено при создании не менее 8 человек, да? А сейчас, чтобы то, что я хочу, еще больше, да, это уже порядка до 20 человек. Да, тем самым мы делаем лакшери, мы делаем очень изюмные, красивые платья. И очень бы хотелось, чтобы наши украинские женщины могли их позволять себе покупать. Вот это вот самый главный еще такой момент, потому что хочется каждую женщину, вот каждую нашу вот девочку, не только украинку, любую женщину сделать в первую очередь царицей и очень женственной, очень нежный, романтичный, хотя тут уже зависит от характера. Кто-то хочет, пришел, увидел, победил. То есть мне важна душа человека. Вот, наверное, вот так вот и создаются платья. Бывают такие моменты, что ты не можешь сразу его создать, ты не можешь его сразу даже прикинуть, нарисовать. Почему? Потому что ты должен познакомиться. Это есть этап знакомства. То есть, если еще и позволяет по времени, потому что обычно приходит на вчера. Вот этот момент я не очень сильно люблю, признаюсь честно, потому что ты не можешь отдаться. Ты уже просто придумываешь, потому что надо. А когда ты можешь творить, это мои клиентки могут подтвердить точно. Тогда ты творишь. А когда ты так немножко вытворяешь, хотя они тоже все прекрасно. Всі мої зділі. Ви не тільки мега-талановитий дизайнер, але й чудова мама. Як вам вдається це поєднувати? Хороший вопрос, Настенька. Ну, дійсно, дуже тяжело. Тяжело тільки в той точці зрення, що дуже мало часу, і це дуже неприємно звучить. Дійсно, залишається на якесь личне пространство. А для мене зараз це найбільше, це моя сім'я, звісно, моя дочь. Але мені дуже радує інше, що моя Настенька, кстати, ваша тезка, она все питает, вот всю беременность, она, вот как бы, я работала всю. И вот я чувствую, что она, знаете, как говорят, с молоком матери, это все в себе вот испряла. Хотя я уверена, что вырастет она, и точно она не будет дизайнером, я почему-то в этом уверена. Но если моего ребенка сейчас спросить, кем ты будешь, она вам 4 года ответит, я буду дизайнером. А чем ты еще любишь заниматься? Она любит петь. Я говорю, будешь петь и будешь дизайнером. Нет, не бывает дизайнеров, которые поют. То есть для нее это где-то так непонятно, но она точно знает, что она вот будет повторять мамину работу. Она где-то даже вот в свои года она внедряется, она может прийти там в выходной день ко мне, когда там я с помощницей, может быть, только на работе. Она говорит, почему никто не работает? Почему никого нет? У нее уже более такие руководства. Хотя она девочка-девочка, и мне это настолько нравится, она постоянно перед зеркалом, она крутится, она всегда подбирает. Она недавно мне выдала такую реплику, она говорит, мам, мне нужно там что-то там новое. Она говорит, я говорю, как, у тебя уже есть? Она говорит, оно не в тренде. Я говорю, доченька, а ты знаешь, что такое слово тренд? Мама, это не модно. Ну, это приятно, развитие детей наше, оно нас иногда обескураживает, и мы не можем поверить, да, что оно так идет стремительно вперед. Но мамой я стараюсь, очень стараюсь быть хорошей. Хотя бы тем, что я вижу, насколько она это все впитывает. Она видит, как мама старается, как мама идет. Она говорит, не хочу идти сегодня, допустим, на танцы, все. Я говорю, доченька, ну тогда, если ты на танцы, какая же у тебя будет красивая там, да, балерина, танцовщица или еще, если ты даже не хочешь постараться. Мама же не может не пойти на работу. А почему ты не можешь не пойти на работу? Можешь не пойти? Я говорю, нет, эта девочка останется без красивого платья. Не будет там, как бы, будет она где-то там
не, ну, допустим, наряд, да, который я шью, обычно я сравниваю, что эти наряды я шью для выступления, так как я пытаюсь, чтобы дочь развивалась тоже, ну так, может быть, будет певицей, да, может быть, она будет танцевать, но хочется, чтобы она все-таки понимала, что в каждом деле очень стараются не только вот как она, вот ее тренер и я, а все вокруг, то есть по каждому элементу нужно в жизни стараться. И мне кажется, что это удается, хотя бы с этой точки зрения. Конечно, очень сильно бы хотелось намного больше иметь свободного времени в общении с дочерью. И хотелось бы, наверное, рассказывать не только, как она привлекается к моему, ну, такому делу, а, наверное, хотелось бы рассказывать, как ты плескаешься с ней в бассейне, ходишь с ней на теннис, играешь в выбивалки, играешь в прятки, но... Где-то вся жизнь она поглощается какими-то моментами. Наверное, у меня самое главное – это ответственность. Ответственность перед моими девушками, моими клиентками, моими красунями, моими жемчужинами, потому что мне, например, тяжело совладать с вот этим вот. То есть, если я пообещала, это уже никуда, только вперед, вот. Вот это самое. Такое, що не дозволяє розслабитися. Що можете порадити тим, хто лише стає на шлях модної індустрії? Віра в себе. Віра в себе. Причому віра в себе, якщо там весь мир... Ні, ну, мабуть, віра в себе тільки після того, як ти бачиш, що ти можеш дати це людям. Ведь просто... Пошить платье и его продать, или сказать вам очень в нем красиво, и самому себе в глубине души соврать об этом, это нет смысла. Когда ты горишь душой, вот осознание того, что ты можешь, в любом поприще, у любого человека, мода, питание, еще что-то, ну, то есть любая индустрия будет в идеале, и она покажет свои плюсы, просто по одному правилу. Если вы будете относиться к своему делу, к своему развитию, так как вы бы относились к самому себе, так как вы бы хотели, как бы вас бы приняли в ресторане, в парикмахерской, у врача, у стоматолога, у визажиста, неважно где. Если вы будете относиться именно как к самому себе, это просто тире успех во всем, потому что по-другому не может быть. Мы себе никогда не сделаем хуже. Человек, который любит себя, он любит вокруг всех, понимаете? И внутренний мир человека, он у меня выражается в моих изделиях, платьях, либо где-то я себя проявляю вот в интерьере своих салонов. Я бы не рискнула, наверное, если бы меня кто-то попросил кому-то помочь, правда. Но в своем мире я показываю это, что я вот могу сделать вот такой вот свой мир красивый, идеальный, нежный. И залог не только любить людей, но и в первую очередь любить себя и свою профессию. Потому что если человек не будет любить себя, он не может требовать от других, чтобы его полюбили. Никто не возьмет на себя эту ответственность вообще. То есть поэтому свое дело надо любить как самого себя и отдаваться ему так, как бы ты выдавался самому бы и делал бы для самого себя. Вот залог успеха. Дякую за неймовірно теплу розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була український дизайнер весільних та вечірніх суконь Наталія Таушер. До нових зустрічей!